Как хорошо вы знаете своих соседей? Многих из них вы видите каждый день. Но задумывались ли вы, что происходит за закрытыми дверьми? Вы хорошо знали покойного? Нет, мы просто жили в одном доме. Значит, не знали? Да не в жизни. Ну и не в смерть. Видели с ним иногда. Еще до его смерти. Да, верно. Мы нашли нужную связь. Теперь все вскрылось. Честно говоря, не знаю, хочу ли я вообще там что-то найти. Мы начали с вопроса, как хорошо вы знаете своих соседей. Оказалось, те, кого, как вам кажется, вы знаете лучше всего, полны сюрпризов. Все события из фильмов, основанных на реальных событиях, реально с кем-то происходили. До тебя это только дошло? Убийство в одном здании. Нам нужно задействовать шарм. Отличная идея. Беру эту задачу на себя. В смысле? Я умею включать шарм. Ты его уже включил? Включаю потихоньку.